У тебя в шевесе видно получше. Вот смотрите, как выглядит скумбрия некопченая. И как выглядит горбуша, только что закопченная. Но я думаю, цвет всем виден, да? Коптил я в первый раз, и у меня вот такой цвет. Я не знаю, я, наверное, такого цвета традиционным даже не добивался. Выглядит, конечно, бомбически. На вкус попробуем. Сейчас обдуем все это дело. Потом будем пробовать.